Легкий и невероятно вкусный и аппетитный десерт хочу предложить вам на заметку. Творожная запеканка с рисовой мукой порадует вас не только вкусом, но и потрясающей текстурой. Запоминайте рецепт. Традиционные варианты запеканки с добавлением муки или манки порой получаются слишком плотными, забитыми и больше напоминают пирог, чем выпечку из творога. С рисовой мукой дела обстоят совершенно иначе. Она практически не ощущается на вкус, но при этом запеканка плотная и не плывет. При желании в рецепт можно добавить изюм, цукаты или сухофрукты. Творог – 500 грамм, яйцо – 2 штуки, сахар – 80-120 грамм, по вкусу. Рисовая мука – 3 столовые ложки. Количество порций – 6-8. Если у вас суховатый творог, можно протереть его через сито. По желанию в запеканку можно добавить ванильный сахар для аромата. Творог соедините с яйцами. Добавьте сахар. Все тщательно перемешайте до однородности. Всыпьте пару ложек рисовой муки, перемешайте. При необходимости добавьте еще. Все зависит от влажности творога. Жаропрочную форму смажьте сливочным маслом и присыпьте мукой. Выложите творожную массу, разровняйте. Отправьте форму в разогретую до 180 градусов духовку. Запекайте около 50 минут до румяности. Перед подачей запеканку можно присыпать сахарной пудрой, дополнить ягодами или вареньем. Приятного чаепития!